Жители края могут помочь составить список самых опасных участков дорог в крупных городах региона. Такой опрос решили провести специалисты Крудора. Водители и пешеходов просят опубликовать в любой из социальных сетей свои наблюдения о том, где чаще всего происходят аварии. А чтобы эти сообщения легко было найти экспертам, нужно ставить специальный хэштег «Безопасный край». Управление автодорог региона проанализирует всю информацию от горожан и в самых опасных, по общему мнению, местах установят камеры видеонаблюдения.